Около года назад американские ученые из Университета Пенсильвании сделали сенсационное открытие. Нашли рай и доказали, что первый человек появился в Африке. Но они не единственные в своем поиске. Этот вопрос интересует представителей самых разных научных кругов и религиозных конфессий. Потому что каждому человеку присущи страх смерти и вера, что на Земле есть место, где есть вечная жизнь. Именно поэтому так много версий, которые доказывают, что рай существует. Это отец Александр. Несмотря на свой духовный сан диакона храма Преображения Господня в Санкт-Петербурге, отец Александр Филиппов является еще и ученым. Именно он 4 года назад сделал невероятное открытие, которое по разным причинам не нашло отражения в СМИ. Он нашел то самое место, которое во всех мировых религиях упоминается как земной рай. И не только нашел, но и привез оттуда неопровержимое доказательство – образец почвы. Результаты лабораторных исследований поразили даже видавших виды ученых. Земля, привезенная из рая, оказалась стерильной. При проведении экспериментов, когда они высеивали различные среды на тестерных средах, то как бы земля поглощала то, что на нее высеивалось. То есть они сказали, что Земля практически обладает стерильной чистотой, и она обладает эффектом самоочищения. К такому открытию отец Александр шел 15 лет. Изучая законы Божьи в духовной семинарии, он вдруг понял, что Библия – это не просто книга, где описана вся история человечества, но и подробный путеводитель, в котором четко указано место, откуда вышел первый человек. Эдем – это район, в котором протекала речка, из которого вытекала речка для орошения рая. Эдем – это наименование района. Дальше в Библии говорится, что река, вытекающая из Эдема, разделилась на 4 русла и образовала 4 реки – Тигр, Евфрат, Фессон и Гихон. Мы знаем, что Тигр и Евфрат сегодня находятся на Ближнем Востоке, а вот Фессона и Гихона на современной карте мира не существует. О том, в каких частях света они могут находиться сейчас и как могут называться, остается только догадываться. В разных частях света искать не надо, потому что мы знаем, что рай был насажден Богом на востоке Земли. Вот. Насажден он был тогда, когда не было ни государств, не было даже материков. Была единая, первозданная, целомудренная Земля. Но со дня сотворения мира прошли тысячи лет. Время и катаклизмы, которые происходили на планете за эти годы, изменили ее облик до неузнаваемости. И сегодня Земля представляет собой 5 отдельных континентов, разделенных океанами. А потому вполне вероятно, что и потерянные реки сейчас могут течь где-нибудь в Африке или на Северном полюсе. Я стал собирать разрозненные сведения работы православных богословов, которые неоднократно указывали о том, что одна из рек Фессон, то есть это река Ганг. И даже сад Божий по-еврейски звучит как Ган-Ган-Еден. Сад Божий. Ганг, то есть садовая река Ганг, буквально можно понимать. То есть одна из рек – это была Ганг. Тогда возможно, что Эдем, в котором жили первые люди Адам и Ева, находится там, где течет Ганг, в Индии. В таком случае там же должны сохраниться свидетельства того, что в Индии происходили события, о которых упоминает Библия. Например, Всемирный потоп. Вот карта Индии, сделанная из космоса. На ней видно 4 реки – Ганг, Брахмапутру, Сатледж и Инд. Так же, как и библейские реки, они вытекают из одного источника, расположенного в Гималаях. Возможно, что где-то здесь находится и Эдем, о котором упоминает Библия. Это долина Кулу. Ее название в переводе с индийского звучит как «долина богов». Если двигаться вверх по течению горной реки Биас, то дорога обязательно приведет в город Манали, который местные жители считают священным местом. Это маленький город,
Но каждый житель Индии знает, что у него очень большая история. Вот на этом месте, где мы сейчас стоим, началась наша история. На это место вышел первый человек, который спасся после потопа. Оказывается, что в индуистской религии действительно есть упоминание о всемирном потопе и о человеке, которому суждено было выжить и продолжить человеческий род. В местной мифологии говорится, что его звали Ману, и он был сыном одного из индийских богов. Однажды утром, когда он умывался в реке, ему в руки попалась маленькая рыбка. Она сказала: «Сохрани мне жизнь, и однажды я спасу тебя». Ману выкопал специальный пруд и поместил туда рыбку. А когда она выросла и стала огромной рыбой с большим рогом на голове, Ману выпустил ее в море. Легенда утверждает, что в благодарность за спасенную жизнь рыба назвала Ману точный год, когда случится большой потоп, и велела построить корабль. А когда пришел назначенный срок и весь мир оказался под водой, рыба вновь приплыла к Ману. Ману привязал веревку ковчега к ее рогу, и рыба понесла корабль по бушующим волнам. Они плыли до тех пор, пока судно не причалило к вершине горы Химавата, где человек и рыба расстались навсегда. После спасения Ману стал царем земли и даже придумал свод законов Ману Смрити, где подробно расписал правила, по которым должен жить праведник. Этот документ дошел до нашего времени и был переведен на разные языки мира. Логично сделать вывод: Ману не вымышленный персонаж, а историческая личность. Наш город называется Манали в честь Ману, а это его храм. И люди приезжают сюда издалека, чтобы поклониться своему давнему предку. Местные жители никогда не читали Библию и ничего не слышали о библейском Ное и о его ковчеге. Но они точно знают, что история с Ману приключилась примерно 5000 лет назад или чуть раньше. А это почти полное совпадение во времени с потопом, описанным в Библии. Это может показаться странным, но даже не зная об этой легенде, многие люди считают Гималаи каким-то особенным местом, где существует вечная жизнь, а значит и рай. Сюда всегда приходили люди с запада, и не только для того, чтобы полюбоваться горами. Они приходили с оружием, чтобы стать хозяевами этих мест. Но здесь они находили лишь несчастье. Вон там внизу течет Биас. Считается, что когда-то эта река поглотила воинов царя Александра, несущих смерть. Царем Александром здесь называют Александра Македонского, который действительно в 326 году до нашей эры привел свое войско в Гималаи. В официальных учебниках истории говорится, что для великого завоевателя Гималайские горы были лишь промежуточным пунктом, и что путь его лежал дальше, в сторону Китая и Дальнего Востока. Но некоторые исследователи уверены, что Македонский специально искал долину богов и реку Биас. Спросите любого местного жителя, и он вам скажет, что Биас – это не простая река. Тому, кто в ней искупается, Биас дает силы и вечную жизнь. Царь Александр захотел быть бессмертным. Он захотел, чтобы его войско было бессмертным, и поэтому он пришел сюда. Но он не знал, что бессмертие дается только праведникам. Биографы Македонского пишут, что воины непобедимой армии устали от изнурительных походов и, дойдя до Биаса, подняли мятеж. Тогда великий полководец принял решение развернуть войска и возвращаться домой. Но существует и другая версия. Александру Македонскому был знак свыше, после которого он навсегда отказался от дальнейшего наступления на восток. То место, где стояло войско царя Александра, магическое. Там как будто какая-то высшая сила останавливает чужеземцев. Вот и сейчас этот район, который находится в Кашмире, закрыт для посещения туристов, потому что там идет война. Однако, если Гималаи — это и есть потерянный рай, то почему на его границах проливается кровь? И почему эти райские места, в которых должны царить гармония и умиротворение, привлекают к себе людей с преступными замыслами? Если посмотреть сверху, четыре реки, вытекающие в районе Гималайских гор, напоминают свастику. Но в индуизме и буддизме свастика считается знаком святости места.
Однако наибольшую известность получила другое значение свастики. В 30-х годах 20 века она стала символом Третьего рейха, империи, которая создавалась для господства над всем миром. Можно ли предположить, что между этими двумя свастиками существовала какая-то связь? Свастика – это буддийская свастика, не индусская свастика. Буддийская свастика взята Гитлером. Большая часть символики тоже взята оттуда. Их даже интересовало, мне кажется, больше добуддийская история Тибета. Учения, связанные с жертвоприношениями, с различными обрядами, довольно-таки кровавыми, не характерный для буддизма. Известно, что в конце 1930 года нацистами была организована секретная экспедиция на Тибет и в Гималаи. Может быть, эти районы интересовали Гитлера всего лишь как будущая германская колония? И целью экспедиции была обычная вербовка коренного населения. Ведь велась же такая работа в странах Восточной Европы и в России. Главная задача нацистов, как мне кажется, была все же сделать такое единое политическое, экономическое поле, где бы доминировали коренные жители Германии, арийцы, как они себя называли. Но все знают, что Адольф Гитлер серьезно увлекался мистикой. В секретных документах, найденных после окончания Второй мировой войны в архивах СС, говорится, что он был членом тайного ордена, известного как «Общество Туле». Официально это общество занималось изучением древнегерманской культуры, но на самом деле его целью было установление мирового господства арийской расы. Кто такие арии, да? Вот сейчас зовут Гитлер, он испохабил идею, собственно говоря. Да, арийцы были. Никакой там нордической теории, она ее не могло быть. Это была очень интересная там древняя раса. Про ариев говорится, что по уровню развития они были подобны Богу или высшему разуму, а когда начали использовать свой разум в корыстных целях, были уничтожены. Считается, что если современный человек завладеет знаниями ариев, он узнает секрет бессмертия и абсолютной власти над Вселенной. Разгадкой этой тайны и занимались основатели Ордена Туле. Есть такие специальные практики, когда человеку, имеющему опыт в медитации, могут открываться знания, которые у него были накоплены за все прошлые жизни. Этих жизней только у одного человека может быть очень много. Вы только представьте, что в вашей голове собрана вся мировая библиотека, и вы свободно получаете доступ к любому источнику знания, который вам нужен. Есть мнение, что некоторыми секретами ариев владеют буддистские мудрецы, обитающие в гималайских монастырях. При помощи специальных техник и приемов медитации они могут входить в состояние транса и получать нужную информацию из космоса. Возможно, нацисты отправились в Гималаи, чтобы найти этих мастеров или овладеть секретными приемами. Гималаи – это земля Айя. Айя – это величественные существа, которые, согласно буддизму, обладают высшим умом. Среди буддистов есть такие люди, их называют просветленные, которые могут настраиваться на получение информации от Айя. Но чтобы стать таким просветленным, нужно долго тренироваться под присмотром опытного учителя. И на это понадобится много лет. Может быть, даже вся жизнь. Но есть версия, что нацистам все-таки удалось получить какие-то знания от внеземных цивилизаций. А иначе как объяснить, что в 40-е годы, когда в Германии закрылись научно-исследовательские лаборатории и многие великие ученые покинули страну, на военных базах успешно продолжались разработки новейших видов вооружения, которые по своим технологиям превосходили Соединенные Штаты и Советский Союз? Ответ на этот вопрос основатели Третьего рейха унесли с собой. Они не учли главного урока истории. Тех, кто получает высшие знания и использует их в разрушительных целях, Вселенная уничтожает. Был заложен генетический код. Человек был заложен, у нас до сих пор идет код на самоуничтожение. Откуда такая агрессия берется? Почему противоречие, скажем, между Ветхим и Новым Заветом? Значит, это не нужно человечеству такое. Если человечество на протяжении веков не хочет быть тем, кем ему предназначено, высшие, то оно должно исчезнуть. Получается, что человек еще не искупил греха, который совершили первые люди, Адам и Ева. Когда они познали запретную тайну добра и зла, их выгнали из Эдема и отобрали право на вечную жизнь. И поэтому теперь мы никак не можем отыскать нужную дорогу, которая привела бы нас к раю. Некоторые ученые считают, что древний Эдем
мог находиться на территории современного Израиля. И хотя священная книга иудеев Тора не дает никаких прямых описаний рая, многочисленные комментарии к ней указывают на то, что он существовал именно здесь. Взять, к примеру, книгу Зогар. В ней сказано, что рай имеет два адреса – верхний и нижний. И нижний вход находится внутри одного из холмов еврейского города Хеврон. Мы находимся над входом в райский сад. То есть мы как раз над ним. Отверстия туда бросают свечи. Это вообще-то обычай, который, я не знаю, от кого он пошел, но очень долгие годы использовался именно мусульманами. Был период, когда ни христиане, ни евреи во все помещение не заходили совсем. Местные исследователи считают, что именно на этом месте, глубоко под землей, на самом нижнем уровне пещеры Махпела, захоронены их предки, родоначальники еврейского народа, а также Адам и его жена Ева. Ведь после того, как их изгнали из рая, они стали простыми смертными и когда-то должны были умереть. Но в книге Зогар можно прочитать небольшой комментарий о том, что Адам похоронен недалеко от райского сада, а точнее возле нижнего входа. Все, кто жил после Адама, даже не догадывался, что есть вообще какой-то вход в этот самый рай. Кроме того, из рая исходил аромат. То есть аромат, который чувствовали только праведники. Эти праведники могли себе позволить, например, почувствовать аромат райского сада, ну и захотеть быть здесь похороненными. Поэтому надо сказать, что это место, конечно, не всем открыто, даже когда мы его видим своими глазами. И все же попытки зайти в рай через нижний вход предпринимались неоднократно, но безуспешно. Взрослому человеку попасть туда практически невозможно. Единственный лаз, который ведет внутрь пещеры, всего 28 сантиметров в диаметре. Министр обороны Моше Даян приводит дочку, 12-летнюю девочку, одного из своих офицеров, ей дают в руки фотоаппарат, ей дают карандаш, блокнот и с помощью веревки, самой элементарной веревки, опускают в отверстие. Сама девочка увидела просто помещение, и она прошла по каким-то коридорам небольшим, и особенно ничего не увидела, кроме того, что она первая, кто вообще туда попал. Но в 1981 году группа специально подготовленных людей анорексичного телосложения все-таки смогла опуститься внутрь и обследовать пещеру. Они увидели только материальное, то есть землю, кости, разбитые сосуды, которые лежали там разбросанными. Помещение, но не более того. Но почему? Может быть, потому, что входить в рай нужно в другом месте? Например, со стороны Храмовой горы в Иерусалиме. Многие исследователи Библии считают, что земной рай должен располагаться точно посередине между небесным раем и подземным адом. Есть версия, что небесный рай находится как раз над Иерусалимом, а на близость ада указывает русло, протекавшее когда-то под стенами старого города реки с названием Гиена Огненная. Геном – это вот исходное словосочетание, это не одно слово, это два слова, которое трансформировалось в гиену. Гай или гей на иврите – это значит долина. Геном – это название этой долины. Есть такая долина возле Иерусалима, она находится. С адом это вообще не имеет никакой связи, потому что ад в понимании Тора – это вообще другая вещь. Сама река, по словам местных жителей, пересохла еще в 40-х годах прошлого века. И теперь на том месте, где когда-то несла свои воды Гиена, осталась только долина. Правда, желающих видеть в названии этого места какой-то скрытый смысл меньше не стало. Есть легенда, что в доисторические времена в этой долине некоему божеству Молоху приносили в жертву детей. Возможно, этот жуткий культ и послужил причиной того, что эта долина стала ассоциироваться с адом. Ведь ад на иврите звучит как «гехеном». Не так давно израильские археологи решили провести раскопки и взять образцы почвы из долины Гейном.
Их дальнейшие исследования показали, что никаких необычных примесей, указывающих на принадлежность этой долины к аду или раю, в гейномской земле не обнаружено. Сегодняшний уровень почвы и 6000-летней давности – это очень большая глубина. Я не был никогда на глубине 6000-летней давности, но слои почвы в Иерусалиме событий 2000-летней давности – это 50 метров вглубь. Там дальше больше. Но у нас был потоп, он снес почву. У нас нету той почвы сегодня. У нас материки другие. Что можно сегодня копать? Большинство верующих израильтян считают, что ни ада, ни рая на земле вообще не могло существовать. А Эден в переводе с иврита означает утонченность, то есть всего лишь состояние утонченности, когда творения могут воспринимать Творца так же реально, как любые другие материальные вещи. Они, Адам и Ева, согрешили вовсе не в том, что что-то узнали. Там была ситуация, если говорить современным языком, трансформации сознания, то есть изменились некоторые структуры этих людей. И изгнание из рая – это была не насильственная депортация с одной территории в другую территорию. Это было просто прекращение вот этого состояния. Но если Эден – это всего лишь состояние человеческого сознания, то почему Библия так точно указывает ориентиры, по которым можно определить местонахождение райского сада? Возможно, именно для того, чтобы когда-нибудь это место было найдено. Но для чего? У разных мест в мире есть разные предназначения. В одном месте лучше нефть копать, в другом – наукой заниматься, в третьем – с Богом общаться. А если просто искать территорию, про которую написано в Библии, то это где-то в районе от Средиземного моря до границ современного Ирака. Поразительно, но именно в этих местах археологи обнаружили первые следы человеческой цивилизации. Останки первых людей, предметы крестьянского быта, найденные на раскопках древней Месопотамии, по мнению ученых, относятся к 7-му тысячелетию до нашей эры. Библия утверждает, что Адама и Еву изгнали из рая тоже 7000 лет назад. Но подтверждает ли это совпадение, что в книге книг описаны реальные исторические события? В таком случае, вероятно, что и райский Эдем – реально существовавшее место. Здесь, в Стамбульском музее археологии, мы рассчитываем найти документальные свидетельства того, что история человечества началась с истории древней Месопотамии, где, по расчетам ученых, мог находиться и библейский Эдем. Наше внимание привлекают вот эти глиняные таблички с изображениями первобытных людей и древними текстами. Историки считают, что эти послания принадлежат древним шумерам, которые когда-то населяли земли Междуречья и считались наполовину богами. В той главе Ветхого Завета так и написано, что в те времена жили на земле исполины, издревле славные люди, которые увидели, что дочери красивы, стали входить к ним. Собственно говоря, за вот это вот, за этот контакт и было наказано не человечество, а были наказаны вот эти исполины, то есть та цивилизация, которая существовала на Земле. Наукой точно не доказано, что шумеры были огромного роста. Но о том, что это была очень развитая древняя цивилизация, говорят расшифровки клинописных глиняных таблиц, дошедших до нашего времени. Оказывается, в эпоху, когда человечество только зарождалось, шумеры уже имели свой алфавит, решали математические задачи и даже ставили сложнейшие медицинские эксперименты. Если вы посмотрите на вот эти шумерские таблички, человек, например, стоит с головой быка, там, да, откуда это взялось? Или сфинкс, что это такое вообще? Непонятно, да? То есть очевидно, что это были какие-то опыты проводились, да, когда сращивали, скажем, обезьяну там, с кем-то высшим существом, то есть на уровне генетики. Возможно, это были первые опыты по клонированию. И результатом одного из таких экспериментов мог стать человек. Существо, которому боги-шумеры отводили роль бесплатного работника и беспрекословного раба. Люди были рабами созданы, которые должны были обслуживать. И в рае человек не жил, он там не лежал в кучах и не вкушал яблок. Там вкушали эти яблоки другие люди, а человек, то есть Адам, Адап и все, кто после него, должны были просто обслуживать всю эту систему. Разгадывая шумерские таблички, ученые обнаружили одну очень интересную легенду о Гильгамеше. В ней говорится о человеке, который захотел стать богом и отправился на поиски растения, дарующего вечную жизнь.
Гильгамеш решил предпринять путешествие не куда-нибудь, а в страну Тельмун. Где же находилась эта страна Тельмун? Она-то как раз и описывается как Эдем, то, что у нас в Ветхом Завете мы признаем. И там как раз четко сказано, что находилась она у истоков четырех рек. Древние тексты пишут, что после долгих странствий Гильгамеш оказался в Эдине. В переводе с древнешумерского «Эдин» — это гористая местность вокруг поселения. Можно предположить, что Эдемом в древности называлась просто необработанная земля. Получается, что это вовсе не рай. По крайней мере, не тот благоухающий сад с множеством деревьев и цветов, который описан в Библии. Если мы в Ветхом Завете там написано, что там яблочки райские были, то у шумеров написано, что это были искусственно сделаны из очень дорогих, драгоценных, полудрагоценных камней, были деревья с листьями. Гильгамеша не интересовали драгоценные плоды. Когда он нашел цветок бессмертия, сразу отправился в обратный путь. В легенде говорится, что один из шумерских богов узнал об этом и, не пожелав, чтобы человек завладел секретом вечной жизни, отобрал у Гильгамеша волшебный цветок. При этом разгневанный бог принял облик змея, что очень напоминает библейские рассказы. Согласно древнешумерской легенде, Эдем существовал. И древний человек тоже когда-то был наказан за свою тягу к познаниям. Значит, два независимых источника – Библия и шумерские послания – подтверждают реальность земного рая. Да и глиняные таблички – вполне исторический документ. Но почему шумеры почти ничего не говорят про Адама и Еву? Если по шумерам, то когда был создан Адапа, то он, его взяли к верховному богу Ану, который живет на небесах, в небесной обители. И он увидел, что Адапа был человеком совершенным. То есть он обладал всеми знаниями, которые владели. Адапа предупреждали, что когда он попадет к Ану, чтобы он не вкушал ничего, потому что его могут отравить. До недавнего времени это было единственное упоминание об Адаме в шумерских посланиях. Но несколько лет назад, во время археологических раскопок на Ближнем Востоке, ученые нашли древнюю печать с изображением дерева со змеем и двух фигур – мужчины и женщины. Это была сенсация, потому что находка указывала на место расположения древнего Эдема. Возможно, когда будут найдены и переведены все послания древних шумеров, мы сможем гораздо больше узнать о жизни Адама и Евы. Но благодаря найденной фигурке и глиняным табличкам, можно предположить, что Эдемский сад, о котором говорится в книге «Бытия», находился в Месопотамии, в районе Ближнего Востока, на территории современного Ирака. А почему вы так решили? Потому что там есть Тигр и Евфрат? А вы уверены, что со временем реки не могли изменить русло или название? Не забывайте, что между событиями, описанными в Библии, и нашим временем был всемирный потоп, и он мог до неузнаваемости изменить облик всей земли. Может быть и так. Но все те же шумерские послания, найденные во время раскопок в Ираке, говорят нам о том, что именно боги помогли спастись человеку во времена всемирного потопа. А боги, как считали шумеры, вместе с первыми людьми проживали в Месопотамии на Ближнем Востоке. Ной. Он был правителем одного из городов, Шурупака, который стоял на Тигре. И когда ему боги сказали, что значит, он должен спастись, он построил ковчег, причем надо понимать, что Ной не был никаким крестьянином, это был управитель Шурупака, абсолютно трезвомыслящий человек, и он сам ничего не строил, он нанял корабельщика. Ученые обнаружили в словаре у шумеров около 100 терминов, которые обозначают корабли. В глиняных посланиях говорится, что у них был очень развитый флот. И сюда ходили даже в Африку. Можно предположить, что Ноев ковчег представлял собой добротное плавательное средство, похожее на подводную лодку, у которой было рулевое управление, и которое, судя по всему, не билось во время потопа волны Мирового океана, а спокойно всплыла наверх. И он как раз плыл вверх, то есть к устью Арарата, то есть снизу как бы, да, отсюда плыл вверх. И смотрите, куда же он все-таки причалил. Арарат, или гора Ницир, как она упоминается в месопотамских памятниках, это как раз и есть Арарат, Араратское Нагорье, там Араратские горы. О том, что Ной причалил к Арарату, говорится и в Библии, и в Коране, и в Торе. А на то, что Арарат находится в Араратской долине на Ближнем Востоке, указывает географическая карта. В Торе действительно упоминается название горы Арарат. Есть один серьезный вопрос. Можем ли мы утверждать, что гора, которая 5000 лет назад называлась Арарат, и гора, которая сегодня называется Арарат,
Это та же самая гора. Современный Арарат представляет собой кремниевую гору, на склонах которой ничего не растет и из которой постоянно идут выбросы вулканических пород. Иной, как человек разумный, вряд ли бы выбрал это место для своего проживания. Это означает, что либо Ной причалил к другой горе, либо, переждав потоп, обосновался где-нибудь поблизости. Тогда на это должно что-то указывать. Например, название азербайджанского города Нахичевань. Что такое Нахичевань? Ну, первое, что Нахичевань сенсационно, то, что там до 80-х годов на самом деле стояла на надгробии могила Ной. Все об этом знали. Нах, Нох, Ной, собственно говоря. Много разных переводов, но основной перевод, что это как бы стоянка Ноя. И вот когда мы туда приехали, мы, собственно говоря, там все увидели. Там действительно все растет. Там растут помидоры, которые у нас на рынке продаются, понимаете? Очень благодатная земля. И вот Эдем, о котором, собственно говоря, мы говорим, он находится где-то там рядом. К сожалению, к сегодняшнему дню надгробие могилы Ноя не сохранилось. И трудно судить, является Нахичевань пристанищем Ноя или нет. Тот, кто бывал в Араратской долине, тоже вряд ли сможет назвать ее райским местом. Они все пытаются оттуда сбежать. И, наверное, неспроста, как я думаю, что Арарат, что Нахичевань находится в зонах, которые накрыты армией, чтобы туда люди не ездили, понимаете? Сейчас это территория независимого Курдистана, где боевые действия – довольно частое явление. И куда для желающих найти древнюю обитель богов вход закрыт. Но тот, кто уверен, что древний Эдем существует, и что текст Библии не литературные фантазии, а послания потомкам, находит во всем этом логическую закономерность. Все знают, что в те времена, когда найдут Ноев ковчег, это будет самое последнее время, после этого все, будет апокалипсис. Точно так же с раем. Рай найдут в самые последние времена или Эдем. И он будет, эти вещи будут до тех пор закрыты от людей, пока сам Бог того не пожелает, чтобы они открылись. Ведь сказано же в Библии, что Бог изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни. Может быть, постоянные войны в районе Персидского залива и есть тот самый пламенный меч обращающийся. Вот и получается, что потерянный рай вроде бы и найден, а войти в него никто не может. Или райский Эдем нужно искать совсем в другом месте? Есть мнение, что после многочисленных природных катаклизмов и разлома единого материка райская земля могла просто затонуть. Такой версии придерживались ученые Древней Греции. Такой версии придерживался и философ Платон, который первым заговорил об Атлантиде, как о древней человеческой цивилизации. Все человечество делится на две части. Одни говорят, что это вранье, начиная с ученика Платона, великого, величайшего философа древности Аристотеля, учителя Александра Македонского, и качает современными людьми. А вторая часть говорит, что надо верить. Вот я верю Платону. И поскольку я верю, я пытаюсь найти в его, значит, записях, в его диалогах какие-то реальные отображения того, что произошло на самом деле. Если верить Платону, то Атлантида существовала 7 миллионов лет назад в районе Атлантики и представляла собой большой остров, населенный высокорослыми людьми с белым цветом кожи. Когда в районе Средиземного моря произошло извержение вулкана, разрушительная волна дошла до острова и погубила всех его жителей. И мы действительно в Северной Атлантике, в 300-400 милях к западу от Гибралтарского пролива, нашли систему подводных гор, которая когда-то была островным большим архипелагом. Именно там, где об этом писал Платон. Потому что Платон писал, что Атлантида погибла не в Средиземном море, а по ту сторону Геркулесовых столбов в истинном Понте, то есть в Атлантическом океане. В 1982 году российские ученые опустились на дно предполагаемой Атлантиды и провели исследования. Образцы грунта, которые они достали со дна океана, оказались застывшей лавой. И это говорило о том, что когда-то этот подводный мир действительно был сушей. Удалось доказать, что, во-первых, мы отобрали образцы с вершин подводных гор. Выяснилось, что все эти образцы показали, что базальт этот застывал не под водой, а на воздушной поверхности. Значит, все это были острова. Это очень важно, может быть, самое важное. То есть вся эта система подводных гор, она называется по-английски horseshoe, по-русски подкова. Это был огромный архипелаг, который... Значит, образовался я, абсолютный возраст образования этих островов около 7 миллионов лет.
На дне этого архипелага ученые увидели каменные образования, которые напоминали развалины древнего города. И, возможно, здесь когда-то жили древние люди. Но никаких документов или посланий для потомков атланты не оставили. Поэтому сейчас трудно предположить, была ли Атлантида земным раем или нет. В трудах Платона об этом тоже нет никаких упоминаний. Насчет Эдема и его координат сказать ничего не могу. Тем более, что у греков, и в том числе и у Платона, были другие представления о рае и аде, видимо, да? У них был Аид, Прозерпина. У них более грамотно были геологические. Это было вообще подземное царство, повсеместно, под землей. А где был Эдем, это уже обращаться надо к основоположникам христианства. Свою версию местонахождения земного рая петербургский священник Александр Филиппов выстраивал целых 15 лет и пришел к выводу, что рай находится в Индии. Он доказал, что одна из потерянных эдемских рек – это Ганг, а вторая – Инд, и что в древние времена Инд и Нил были одной рекой, но после разлома материков разделились. Естественно, произошел разрыв рек. Если смотреть по карте, то можно, конечно, сказать, что это бредовая идея, что как Нил с Индом могли быть одним руслом и соединяться с Гангом. На самом деле это так. Если мы будем смотреть логики дрейфа материков, смотреть на карту, то следы все равно сейчас даже очевидно наблюдается, что это могло быть. Чтобы определить координаты рая на карте Индии, отец Александр взял Библию и географический атлас. В том месте, которое он искал, должны были быть богатые месторождения золота и драгоценных камней. И должна быть сладкая земля. Потому что так про Эдем написано в Святом Писании. Эдем – это приятность, сладость. Так вот, вдоль русла Ганга растет сахарный тростник, понимаете, о чем, да? Сладкая земля, сахарная. Из земли сахарного тростника вытекала река для орошения рая. На карте видно, что место, о котором говорит Александр Филиппов, это побережье реки Нармады. Оно находится в центре Индии, в районе штата Мадхья-Прадеш. Называется он Мандла, городок. Вот эта Мандла находится в такой подковообразной каменной гряде. И Парадис в переводе с персидского называется место или парк для прогулок, окруженный земляным или каменным валом. У отца Александра не было сомнений, что он нашел именно ту точку, где могли появиться первые люди, Адам и Ева. Теперь ему оставалось только увидеть это место собственными глазами. Получив церковное благословение и взяв с собой попутчиков, Александр Филиппов отправился в экспедицию. Мы должны знать, почему мы крестимся так, а не иначе, почему мы клонимся на восток, а не в другую сторону. Естественно, мы должны знать, где этот рай был насажден. Это наша история. А если мы отвергаем свою историю, не интересуемся историей, значит, у нас и будущего-то не будет. Русский священник был не первым, кто рассчитывал найти земной рай в Индии. Почти 100 лет назад такая же мысль пришла в голову одному известному художнику. Но для него эти поиски стали настоящей трагедией. Знаменитый художник Николай Рерих всегда интересовался Востоком. Как многие творческие люди, он верил в мистику и загробную жизнь. Он был уверен, что где-то в Индии есть магические места, в которых хранятся секреты бессмертия. Чтобы отыскать их, в 1925 году Рерих организовал научную экспедицию. Главная была задача, на что деньги были даны. Найти, прежде всего, устойчивые к вредителям сорта пшеницы, найти смолы и коренья, которые бы помогали приостановить развитие раковых опухолей, и найти еще возможность продлевать жизнь. Такими исследованиями занималась и официальная наука. Открытия в этих областях представляли национальный интерес каждой страны, в том числе и Советского Союза. К тому же в рай верили даже убежденные атеисты из КГБ. По одной из версий, именно советские спецслужбы финансировали экспедицию Рериха. И это создавало большие проблемы в ее работе. Николая Рериха и его людей постоянно задерживали на пересечении границ, придирались к документам и даже арестовывали. Деньги платили не мы, американцы. И в частности платил Уоллес, который потом, впоследствии, уже стал вице-президентом Соединенных Штатов Америки, а перед этим он был министром сельского хозяйства.
Ему было очень важно вот решить, еще колорадский жук там появился, и надо было решить проблему с этим жуком, чтобы сельское хозяйство Соединенных Штатов Америки вообще развивалось и крепло. Ну, такая задача была поставлена перед Рейхом. Работа экспедиции, рассчитанная на несколько месяцев, затянулась на 3 года. Дойдя до Гималаев, оставшись без запасов продовольствия и потеряв почти половину людей, Рерих принял решение остановиться в долине Кулу в городе Нагаре. Здесь в 1928 году он основал научный институт Урусвати. В нем и продолжил свои исследования. Но когда началась Вторая мировая война, финансирование научных разработок в Урусвати прекратилось, и Рерих занялся духовными практиками в одном из буддистских монастырей. Вот здесь у меня фотография одной женщины, которая видела Николая Константиновича, будучи молодой девушкой. И вот она сказала, что она одним была поражена в Рерихе, а никогда не видела его улыбающимся. Это был мрачный человек, который вышагивал у обрыва каждое утро, минут до часу ходил туда-обратно, туда-обратно. В своих философских работах Рерих писал, что, общаясь с духовными учителями, буддистскими ламами, он смог понять скрытые тайны, которые открываются только просветленным, только избранным. Но стал ли он от этого счастливым? Нашел ли он рай в Гималаях? Об этом в работах Рериха ничего не говорится. Художник умер в 1947 году, оставив после себя богатую коллекцию картин. Может быть, это и есть то бессмертие, которое он искал? Он вообще великий художник. И это главная его дхарма была, как индусы говорят. А карма у него была осложненной. Известно, что род Рерихов закончился на 2 его сыновьях, Святославе и Юрии. По восточным понятиям, такая карма дается людям, посмевшим объявить себя равными богам, как наказание. Если род пресекается, если это не катаклизмы военные, а вот так мирно все, никого там не замучили ни в лагере, ни в нацистском, ни в советском, то и вдруг род пресекается, это возмездие идет за какие-то твои неправильные действия. Род Рерихов по всем линиям пресекся. Поэтому это ад для Рериха. Недалеко от усадьбы Николая Рериха в городе Нагаре есть небольшой храм, который очень редко открывают для посетителей. Внутри храма находится каменная плита размером 4 метра в длину и 1,5 в ширину. Местные жители рассказывают, что в древние времена ее принесли сюда боги для основания священного города. Если верить преданию, то этот город предназначался для совместного проживания богов и людей. Но люди чем-то провинились перед богами, и боги стали невидимыми. Старые люди рассказывают, что во время английской оккупации прямо здесь произошел ужасный случай. Один солдат захотел сделать фотографию на память и поставил ногу на эту плиту. Очевидцы утверждают, что после этого он умер на месте от разрыва сердца. Возможно, этот солдат оказался у самых границ рая, куда для простых смертных вход пока закрыт. Так стоит ли ходить в те места, где нас не ждут? И если войдем, то что делать дальше? Дорога петербуржца Александра Филиппова и его друзей в рай оказалась нелегкой. Сначала многочасовой перелет, а потом долгий путь по дорогам Индии в сторону заветной цели. Но когда исследователи добрались до нужного места, небольшого городка Мандлы, убедились, что маршрут они выбрали правильно. То, что они увидели, очень подходило под описание Дема. Это места, где река меняет свой цвет на изумрудно-зеленый. Где берега реки вдруг превращаются в река входит в каньон с беломраморными берегами до 20-25 метров высоты. Понятно, что это не шлифованные, конечно, как изделия, но это так. Местные жители уверены, что река Нармада вытекла из ребра бога Шивы, поэтому даже могучий Ганг уступает ей в святости. А самому местечку Мандла в индуистской религии уделяется особое внимание. Считается, что именно здесь одна прекрасная девица соблазнила древних богов. В это трудно поверить, но на самом деле сюжет очень сильно напоминает известную всем историю грехопадения. И это не единственное совпадение. Мы видели деревья, которые, листья, которые
повторяет Святую Троицу, известную нам с вами. Знаки, которые мы видели, они совершенно нас сразили, вплоть до того, что храмы приобрели вдруг вид православных наших построек, и в том числе куполообразные, и не орнаменты кресты, а настоящие кресты, которые мы видели в постройках, в символах и так далее. Известно, что, изгнав людей из рая, Бог поставил у ворот Эдема грозного Херувима для охраны входа. Каменный многорукий индийский идол, которого увидел отец Александр, почему-то показался очень похожим на библейского персонажа. Я считаю, мое мнение, что индуистские божества – это механически запечатленная человеческой памятью того события, которое произошло в границах рая. Там, где была задача Херувима не пускать, производя, так сказать, какие-то действия, направленные на то, чтобы человек устрашился и отошел от границ рая. Когда отец Александр понял, что, возможно, находится в раю, он сделал то, что, как уверен, должен сделать каждый человек, ищущий рай на земле. Он покаялся. У меня задача была туда просто прибыть на это место, взять кадилу и прочитать 50-й псалом. Потому что в раю было все, абсолютно все, кроме покаяния. Потому что Адам не принес покаяния в раю. Почему мы были изгнаны? Ни отец Александр, ни его спутники, увидав место земного рая своими глазами, не захотели в нем остаться. Взяв образец райской земли для научных исследований, они отправились в обратный путь. И на выезде из города увидели странную картину. Огромное дерево высотой с пятиэтажный дом и шириной с автобусную остановку. Это не дерево, а именно древо. И это древо обвивает тело огромного змея с распущенным капюшоном. У них там вот они эти самые свои какие-то индуистские там эти ритуалы, обряды проводят. По возвращении в Петербург Александр Филиппов сдал привезенную из Индии почву в научно-исследовательскую лабораторию. А через 2 недели получил заключение экспертов. Индийская земля, взятая из мест, где кругом антисанитария и грязь, оказалась стерильной, как хирургическая салфетка. Исследованный образец почвы по санитарным показателям является чистым. Патогенных и условно-патогенных микроорганизмов не обнаружено. Пока ни наука, ни церковь не дают никаких комментариев по поводу новой версии о местонахождении земного рая. А отец Александр Филиппов собирается в новую экспедицию, чтобы найти еще доказательства в пользу своего открытия. И, может быть, очень скоро мы станем свидетелями настоящей научной сенсации, которая положит конец спорам о том, где же все-таки находится рай.